Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, и у нас с вами мукбанг быстрый и неожиданный, который я даже не планировала снимать, но как бы думаю, надо снять, филонить нельзя. Вы ждете, я знаю, и мне это очень приятно. Всем, кто собирается есть, кушать, приятного аппетита. Давайте это делать вместе. У меня, короче, остатки сладкие, как говорится. Макарошки делала вот такие вот, вермишельку с колбаской. Знаете, обжариваешь колбаску, из детства, короче, такое блюдо. Обжариваешь колбаску с лучком и макарошки мелкие. Можно было еще яйцо залить и обжарить. Ну, я яйцо пожарила отдельно и еще два кусочка колбаски. Кружочки обжарила. Ну и, соответственно, салатик. Один огурец у меня, кажется, завалялся в холодильнике магазина, не домашний. Помидорки, лучок, редиска. Все это домашнее, кроме огурцов. Заправила маслом. Сейчас помидорки домашние, сок дали такой классный, я сейчас макарошки полью. Сначала хотела взять кетчуп, там соевый соус, потом думаю, нет, я вот этой вот водичкой буду поливать. Это очень вкусно. Обожаю вот эти помидоры, которые осенние. Вот есть помидоры по типу крупные, бычье сердце, я знаю, есть модель, как это называется, сорт, модель. Видишь? Вот такие они маленькие, небольшие. И они кисленькие. Вот прям я обожаю, вот именно, чтобы они кисленькие были. Классные. Ложка удобнее. Вот которые по типу бычье сердце, они такие крупненькие. И они, ну, малиновыми считаются. Они такие более мясистые, а эти вот кисленькие. Но у меня тут и те, и другие, по-моему, порезаны. Я вам уже рассказывала, как мы с подружкой в Хабаровске по осени ели салат эти. Класс. Вот я не могу найти вопрос. Мила у меня спрашивала. Мила, если смотришь, большой приветик тебе. У Милы тоже свой канал, Мукбанг, только он сейчас по-другому называется, я вот забыла название, к сожалению, сейчас скажу. Секундейшн, прям раньше, как же он назывался, вот забыла, понимаете? Ну, даже не суть в том, как канал называется, а в том, что Мила у меня спрашивала по поводу этих приборов, пластиковые они или нет. В общем, как-то Леонис, во, нашла. Сейчас звук уберу, а то сейчас включится. Что-то с интернетом вообще, у вас нормальный интернет работает? У меня не очень, короче говоря. Сейчас, секундочку, домофон. Так, я здесь, домофон, почта. Частенько попадают ко мне. Может быть, потому что я открываю дома. В общем, Леонис Мукбанг, по-моему. Ну, короче, Мила, привет тебе, если ты меня смотришь. Я спросила по поводу приборов, почему пластиковые. Потому что, ну, это так вообще, в принципе, у мукбангеров изначально было как бы заведено. Ну, уж не знаю, правда, заведено или нет, но просто пластиковые приборы, они по тарелкам не сильно бьют, по зубам там, нежели вот эти вот, да? Вот. Поэтому пластиковый, вот, ответила на вопрос. Отвлекла меня Почта Радости России. Открыть им надо было двери. Как это вкусно. Как это вкусно. И макароны вкусно. И салат вкусно. И все вкусно. Как у вас погода? У нас опять лето. Сегодня 25, наверное, опять-таки градусов.
все завтра тепло. А после завтра тепло, а после завтра тепло. А потом резко холодно будет. 5 градусов. Как вкусно. Это опять будет очень быстрый мукбанг. Желток у меня растекся. Я скажу, что я такое лицо страшное сделала. Короче, я пересолила салат. Потом пить буду. Короче, конструктор я это так и не купила. Я вчера рассказывала, да? Что мне надо пойти купить конструктор. Руками вкуснее, как я всегда говорю. Не купила. Была в 3 магазинах и не купила. Я не знаю, сейчас пойду в Детский мир. По-моему, там они есть. Но не факт, что они есть в наличии. В тот Детский мир, куда я сейчас отправлюсь. А мне уже завтра нужен этот конструктор. Ну, металлический конструктор. Может, где-то найду. В Леонардо, может быть, есть. Угу. Да, в Леонардо тоже зайду. Там наверняка будет. Вот такой бутербродик-то сейчас, как, наверное, будет вкусно. Обалденно. Но вредно. Я помню, у меня в детстве у брата эти конструкторы были, ну, у нас. Ну, с переездами-то, конечно, все потерялось. Я вот смотрю корейские мукбанги. Ну, слушайте, ну вот реально. Ну, они мастера своего дела. Тут не поспоришь, не скажешь ничего. Потому что... Ну, это их направление, скажем так, мукбанг. Ну, как они так едят красиво. Меня прям завораживает это. Ну, у них такие вот... Я мужиков не особо там смотрела. Вот у девочек. Ну, ротики вот, но они у них такие вот маленькие. Но они так открываются, вот эту ложку у них там. Это... Я вообще не знаю, как утки глотают. Вот для меня вот загадка. Я не могу понять, как такое может быть. Как у них так рты открываются? Что за структура рта у них? Я не могу так рот раскрыть. Кошмар. Я смотрю, я восхищаюсь. Но я не понимаю, как это может произойти. Как может так рот открыться? Все, я наелась. Я не наелась, я объелась. Сейчас пойду. Не знаю, сегодня выложу, нет. Потому что монтировать мне сейчас некогда. Мне сейчас надо пойти. А может смонтировать. Ну, в общем, короче, не знаю. Сегодня выложу, не выложу. Ну, если что, завтра. Все. На этом буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда мне выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Но я, конечно же, буду готовить для вас новый мукбанг. Всем приятного аппетита, приятного просмотра и всем пока-пока.